На прошедших выходных в городском парке возобновил свою работу детский автогородок. Городские власти совместно с ГИБДД сделали это торжественно и интересно. На мероприятии побывала и съемочная группа «Вечернего Магадана». Лето – это самая пора для отдыха, каникул, для отдыха активного. И очень часто мы понимаем, что дети желают находиться на свежем воздухе. И для того, чтобы быть на свежем воздухе, необходимо, чтобы их прогулки были безопасными. Иногда нужны такие площадки, где дети должны вспомнить или закрепить знания правил дорожного движения. Мы с вами понимаем, что правила дорожного движения каникул не знают. И когда ребенок ходит в школу, он с родителями закрепляет свой маршрут. Дом, школа, дом или образовательная организация. И, скажем так, очень много детей возят каждый день, и, соответственно, как пассажира его правильно усаживают в сиденье. Летом, к сожалению, эти навыки начинают теряться. И вот для того, чтобы эти знания, они имели основу и были подкреплены, мы летом проводим очень много мероприятий, связанных вот как раз с напоминанием о безопасном поведении на дороге. Открытие автогородка в городском парке, по словам сотрудников ГИБДД, очень значимо для детей и их родителей. Катаясь в автогородке на велосипедах, роликах и самокатах, дети смогут на практике улучшить свои навыки безопасности поведения на дорогах.